благодарен я своему отцу, его сейчас нет, он Рахметли Бабамина. Я его очень люблю. Можно сказать, что он мне привил эту извилину в футбол. У меня папа еще судил игры в Таджикистане и брал меня всегда на футбол. Поэтому я помню, когда был очень маленький, после игры всегда с его друзьями тренировался. Вот и запомнил это раз и навсегда, что и полюбил футбол, что это мое. Выбрал бы только футбол, я потому что футболом всегда жил, бредил, у меня только был футбол. Меня родители всегда только знали, где я всегда, на стадионе, могли крикнуть «Заур», и я бежал домой, там, на ужин или на обед. А так все время я проводил в футболе. Олег Васильевич Долматов был тренер ЦСКА, его убрали, пришел Садырин. Эти два специалиста, они тренировали сборную России. Мне посчастливилось с ними работать. Меня брали на сборы с основным составом, но я так и не закрепился в основном составе. Уехал в аренду в Кубань-Краснодар, потому что там же этот же тренер, Олег Васильевич Долматов, возглавил Кубань и забрал меня с собой. В Кубани я пробыл немного, получил травму, потом приехал обратно в ЦСКА, опять начал играть за дублирующий состав, восстановился. После этого меня пригласили в Реутов, подмосковная команда. Это была команда фарм-клубов ЦСКА, Спартака, Динамо. Все молодые перспективные ребята были там. Я там играл 3 года. После этого я вернулся в родной Крым. Когда выбирают капитана, тайным голосованием вся команда голосует про капитана каждые полгода. Вот мне посчастливилось, что спасибо всем ребятам, кто голосовал. Вот 3,5 года они мне доверяли, чтобы я выводил Крым-Теплицу. Провел в Крым-Теплице больше 100 игр. Забил немного, потому что я был защитник, 9 мячей. Ну, наверное, все они были головой. Можно сказать, у меня амплуа было разрушитель. Я мог подбирать все мячи, там, в подкатах вырывать. Я могу сказать, что на одном таланте ни у кого ничего не выйдет, хоть будет какой талант, всегда надо работать над собой, без этого в спорте ничего не добиться. В футболе по блату не играешь, если ты футболист, ты всегда будешь как бы востребован, и тебя когда-нибудь все равно заметят и пригласят в хороший клуб. А сейчас в Крыму футбол, ну, с каждым годом я смотрю, уровень футбола растет, но опять же, это не вторая лига, не первая, это крымский футбол. Я прожил в Москве больше 10 лет. Я всегда гордился, что я крымский татарин. И гордо говорил, что я крымский татарин. Крым для крымского татарина – это родина. И любой крымский татарин всегда хочет жить на своей родине, видеть своих родителей, бабушек, дедушек. Я рад, что я родился крымским татарином. И рано или поздно я бы вернулся всегда домой, в свой родной Крым. Конечно, самое значительное для меня, для моей семьи, для моих родителей – это рождение моих детей. Средний мой сын, мне кажется, вот он будет в футбол играть. Старший не будет играть, а средний будет. Еще у меня в этом году родилась дочка Камилочка. Вот у меня 3 детей. Я считаю, самое это, что я добился в жизни, что у меня есть 3 детей.